Ну, я рискнул где-то уже 15 лет прошло, как я начал. И, кстати, не я, мне жизнь толкнула, как бы. Опять такие же обстоятельства. Встретился с Акыном, Манаши, и появилась идея. Хотя до этого я слушал разную музыку. Джон Колтрейн, конечно, вот мне толкнуло на это, потому что он очень убедительно, гармонично и духовно это сделал в джазе. И оно настолько мощное, что невозможно не реагировать на это. Я начал прислушиваться ко всем этим тонкостям своей традиции. Да? И когда есть вот этот образец, для меня он был образцом. Я понял, что смело можно, надо быть открытым. Я пригласил выдающегося, сейчас он, естественно, можно говорить, выдающегося Залкар Манаши Уркашава. Да? И мы с ним сделали проект, и буквально без репетиции обговорили, вот так будет, форму я писал. И мы вышли, и первый дубль, и, может, не буду так сильно пафосно, шедевр получился, шикарно получился. Потому что это опять же на уровне чувств, во-первых, потом, конечно, должна быть база, академическое образование, понимание джаза, это, как бы сейчас говорится, профессионализм, что ли, да, вот так скажем. Все это должно быть. Я понял, что, оказывается, это один из самых рисковых жанров традиции, да, эпос монас, да, нельзя трогать там, Иек Мерсия, да, святое наше. Начал отсюда, представляешь, рискнул с такой высоты. А остальное по поводу инструментария, да, остальное это просто дело техники, это краски, не как инструмент, это просто краска, ты мажешь. Если у тебя есть хороший вкус, ты можешь вот так, хочешь помягче, импрессионизм сделал, можешь экспрессионизм сделать. И какую задачу ты ставишь, абсолютно это дело техники. И, конечно, вкуса. А вкус это уже природа. Это такой вопрос нашего времени, да? Это вопрос, мне как-то кажется странным, потому что музыкант, он сам знает. Возьмем, например, если можно так выразить, представитель Запада, да? Западной культуры, мы знаем, потому что их культура намного, на 200, 300, 400 лет раньше это все и к нам пришло, мы знаем. И
В том смысле я говорю, что представители западной культуры или американцы, да, скажем, они знают, что такое представитель, скажем, профессии музыки, да? Они сразу очень высоко оценивают, они знают, какие вклады на это. Это уходят годы, это труд, это любовь, это талант, они сразу это знают. У нас такого понимания еще нет. Это все, есть же внутренний голос, да? Человек слышит. Вот я слышу. Вот, например, зависимо от настроения, физического состояния, да? Вот бывает, ты же не знаешь, вот, например, завтра каким настроением ты станешь, да? Ну, конечно, станешь и будешь относительно бодрым или очень бодрым. Все за сон ты увидишь, да? Кого увидишь? Все это влияет же. Это, представь, такой поток информации здесь, да, в голове. Ну, хард-диск такой мощнейший, да? И он же гуляет. Он там чистит, там что-то убирает, независимо от нас. А потом бац, выстрелил, и ты увидел какое-то детство, может быть, или наоборот кого-то, и ты проснулся с таким настроением. И у тебя появляется такое обостренное ощущение, ну как, слышание или видение мира. Сел на машину, домой ешь, я вот обычно так, еду вот по магистрали, еду, я вот под таким тонусом еду, да, и чувствую, вот, и начинаю слышать более обостренно, скажем, либо смотришь на людей, да, и весной смотришь на красивых людей, да, девушек, воздействует же. И сразу какие-то звуки появляются. Потому что мы творческие, у нас постоянно открыты вот эти рецепторы, ждут вот эти все звуки. А художник может краски видеть, но я тоже это вижу. И оттуда берешь информацию. Получается, ты, конечно, не можешь это заказывать. Ты просто находишься в том состоянии, в котором ты находишься в настоящем времени. Но важно, чтобы у тебя была постоянно жажда принимать информацию. А информацию кругом, абсолютно кругом. Вот я сейчас, мы с тобой пообщаемся, и у меня появится желание что-то делать, однозначно. Потому что, ну и я знаю, что, как сказать, у меня есть определенный опыт, я знаю, что надо ценить время. Из этого я любую информацию, любое общение с людьми, там, услышать, птичка будет чирикать, тоже на меня воздействует, муравья увижу, тоже мне это, все это мне приятно, потому что это сама жизнь. И отсюда сразу идет этот какой-то сигнал. И появляется идея, появляется мелодия даже, скажем, ритм появляется, и все пошло, покатило. Кече Қытайдан алуке деген хан шығып, қарынан жан шығып, те алақандай қырғызды чап алам деп антығып. Толқыған дайра сел болып, Қоңырбай деген шер, те таласты чап алғанда, біреу кетіп еренге, біреу кетіп Өте мұз деңізге кеттіле, бір өтшілгі бар өттіле. Ошонды қаулан Манас батырын, Айкөлден туылып, Елді жерді тап, Шердіңнен ішеніп, Бақайменен, Те қырымды көзде аттанып тұрған жерінен. Я, может, раньше эмоционально это воспринимал, да, так, художественно. Сейчас я постоянно работаю над этим, делаю разные проекты.
слушаю, что говорят люди, анализирую, прислушиваюсь, делаю какие-то выводы и пришел к тому на данный момент. Может быть, это будет все меняться, естественно, по опыту, по возрасту. Я знаю одно, что мы обусловлены. Вот я кыргыз, я обусловлен своей культурой. Естественно, она сидит во мне, и она сидит крепко. Там сколько там, да, вот веками, да? Вот оно сидит, ничего не делаешь. Но и в то же время я обусловлен советской культурой, да? Российской культурой. А сейчас, после, я влюблен, ну, сильно был влюблен в этот жанр джаз. Вот это все работает. Ты хочешь, не хочешь, все это вместе работает. Но как разумный человек, да, как творческий человек, я с этого стараюсь собрать такую некую форму, которая ближе мне, и преподнести, скажем, ну, слушателям, миру, если так можно сказать, да, свое видение. Ну, естественно, оно, я буду учитывать, что я генетический кыргыз, но что синтез, о чем мы говорили, джаза кыргызский, это на данный момент только я могу это делать, как кыргыз, да? Американец же не будет делать, он будет свою культуру показывать, узбек будет свою культуру, а я кыргыз должен это показать, потому что этим самым я скажу, вот я, заметьте, это что я. Я же не американец. И этим самым я могу какое-то слово, маленькое слово сказать миру свое. Из этого я пользуюсь этим. А технически пользуюсь своим опытом, джазом, классической музыкой. Это просто инструмент или язык с каким-то акцентом, кыргызским акцентом в музыке. Понимаешь? Ойып кетип баратат, сазайларын калмактын, берип кетип баратат, астындагын ак сурат, арыштап кетип баратат, сазайларын калмактын, берип кетип баратат, сазайларын калмактын, кирип бир кетип баратат. Ошондон байыркынын жомогун, баштаса келер оролун, эзеликинин жомогун, эстесе келер ололун, кабылан Манас жомогун, кайыптан бүткөндөй оролун, сырттан Манас жомогун, сыйкырдан бүткөн оролун. Ну, вообще, конечно, комус, он карамалдо. Мы не имеем такой арсенал, как в индийской музыке, да, ситара, табла, там вообще фантастика, да, там объем, диапазон, да. Ну, мы народ, кочевники, нам хватило комуса, который может передать вот наш образ жизни, все. Вот слушаешь карамалдо, мне кажется, там все описывается, конечно, комус получается. Есть легенды же. Ну, легенды это и хорошо, и приятно, да? Но это все как бы сказки. А на самом деле, вот как, например, как скажем, как появился вот контрабас, там, форма, да, скрипки, ну, все об этом знают, да? Ну, понятно, что комус, да, он удобен очень, легкий. Подмышку взял, пошел. Раньше не такие были, поуже, вот токтогул вообще узкий был. Но есть легенда, что вот звук откуда появился, да? Ну, я сам слышал по радио, что вот там где-то жилка висела там на ветке, там ветер дунул, там появилось какое-то колебание звука, там резонанс, и решили так. Ну, как и все, этот формат, по-моему, все знают об этом. Голоса, лад, ритмы, там, Африка и Индия, все. Больше ничего не нужно на планете. Нам бы просто присоединиться как-нибудь к своей культуре туда, уже достаточно эффектно. Потому что все ритмы, какие есть, все возможные, все уже придумано. Ничего не надо, просто как-то надо оказаться вместе с ними и достойно выглядеть. Это круто будет. Вот о чем я мечтаю вообще. Через технику, понимание индийской, африканской музыки, естественно, через современный язык джаза. В Библии есть, вначале было слово, ритм был. Слово же идет и с ритмом же. Конечно, ритм. И африканская музыка, там нет гармонии, там только ритм. И человечество откуда появилось? Оттуда, с черного континента. Жизнь оттуда.
Это уже давно всем доказано. И когда люди начинают про гармонию, а гармония это просто краски, это еще добавление там чего-то. А ритм самое главное. Без ритма нет контакта, общения. Айың менен күніңдің бір өзінен бүткендей, асман менен жеріңдің тіресінен бүткендей, түндік менен түштіктің түнегінен бүткендей, чығыш менен батыштың чырағынан бүткендей, жер астында толқынның ауасынан бүткендей, асмандағы салқынның ауасынан. Ну, человек это высшее, по-моему, существо из робота, да, самое, там, я не знаю сколько, да. Я чувствую, я много проработал, и в молодости, в ресторане, я просто знал, когда заходит клиент, я знал, что ему надо, представляешь? Мы музыканты, творческие люди, мы где-то психологи, мы, может, не знаем, но мы чувствуем просто. А потом глаза, поведение, жесты, все же говорит. И когда, во-первых, значит, по поводу штатов, да, там же все настолько правильно выстроено, да, вот буклеты, рекламы, все наперед делается, статья в журнале, все. Люди уже знают, куда идут, они знают, что это такое, они знают, что за жанр, да, и им интересно, как в этом жанре мы работаем, да, и вот они приходят с таким интересом, глаза другие, ухо, пауза, тишина, вот акустическая тишина, сразу понятно, что там, как ухо у них вот так поднимается, понимаешь? И ты вот просто поднимаешься и садишься за уснул, ты чувствуешь совсем другая тишина. Каждое твое движение они очень внимательно слушают. Ты преобразовываешься, ты становишься другим. И ты видишь, что насколько они как, открыты, во-первых, открыты. И ты, естественно, ну, музыкант, он всегда ждет такую атмосферу. Всегда ждет. Просто не всегда это получается со стороны там, публики, да? И когда чувствуешь, ты все, ты уже как бы растворяешься. И ты просто должен быть самим собой. Ты должен искренне сказать то, что ты хочешь. Все. И оно вот так переплетает. Если был бы, например, этот, скоро найдутся технологии, они будут снимать, как вот от нас идут какие-то волны, а то-то, и вот так переплетают, и там какие-то образы, да, все это происходит, понимаешь? А потом бах, заканчивается, и все так, и там кайфуют, и я сразу кайфую. Я там заканчиваю, там, и зал, шах, сразу вот такой звук дает. Я сразу все, они вместе этот брейк играют со мной, как бы. Понимаешь, это сразу слышно. И вот щетком идешь, шах, щетка, чуть-чуть, и они, я ощущаю, как. Они же вот смотрят на, как Джанай поет, там, this fool is sing. И они вместе, вот, каждое слово так качаются. В настоящем, от момента к моменту это происходит. Вот так все. Недавно мы же говорили то, что раньше, когда я спрашивал у экспертов джаза, говорю, что сейчас вот происходит с этим жанром? Он говорит, то, что раньше считалось дурным тоном, сейчас считается самым креативным.
Вот есть пианист Роберт Гласпер, он синтезирует джазовые темы, я ничего говорю, и определенные какие-то гармонии хип-хопом. Это совсем разные вещи, как бы, да? Если вот так чисто быть таким консервативным музыкантом, хип-хоп — это совсем другой жанр. Хотя музыка — это единый же. Но я, послушав, и сейчас стал изучать эту музыку, потому что как бы она ни была там, скажем, нереспектабельный, да, такой жанр, да, хип-хоп — это молодежный, там, мы думаем, там какие-то пацаны, да, играют, там, хулиганы. Ну, это же люди же, мир-то слушает, просмотров миллионами же идут. А тот классический джаз почти никто не слушает, да? Ну, понимая это, я начал прислушиваться к этой музыке, изучая, слушаю, потому что я понял, что это нормально. Просто мне хватает того, что я не потеряюсь в этом. Я люблю этот джаз, классику, к ним все это. Но новый вень надо. Я сейчас изучаю, я потихоньку технические моменты, да, там это тоже просто, это техника же, это просто техника. Самое главное, что ты выражаешь. А я буду пользоваться этими видами, современными жанрами, которые происходят там. В основном оттуда же идет. Я все буду использовать в своей музыке. И, естественно, колоритом кыргызским. В прошлом году мы съездили в Москву, в Пекин, в Вашингтон, да? Это шикарное вообще явление для нас, это событие. Потому что ты сам знаешь, любой творческий человек хочет свою работу показать, да, и чтобы как-то отметили, да. Я не говорю, оценили, да, просто. И это получилось, по-моему, уважаемый человек Игорь Бутман, народный артист, да, пригласил. Это приятно очень было. Мы там, потом в Пекине, потом в Вашингтоне. И я понял, что, оказывается, все то, что делается, ну, не зря, это понятно. И очень важно было для молодого коллектива, вот, моим детям, Хуану, Иркину, да. А потом, оказавшись там, мы целый месяц были. И я начал изучать, во-первых, потому что там мир изменился. У нас меняется, там вообще уже ушло совсем далеко вперед. Есть возможность. Если человек, он творческий, он должен радоваться, что ему природа дала вот это ощущение. Твори. Просто твори искренне, делай, не жди там иди. А если есть, то все, ты уже счастливый человек. А из 100% 90 все же эти там юристы, экономисты, там базар, мазар. Это несчастно люди. Просто я в том смысле несчастный, что природа им не дала эти качества. Но не то, что это, просто они не ощущают этот мир, вот этот, которым дано. Это всегда так и было. Так скажу. Ну, мы должны признать все, да, живые существа, что мы временем здесь находимся. Вот это пишешь. Если ты знаешь, что ты время живешь, да? У тебя есть определенное время, именно вот это молодое время. Почему ты говоришь про молодых? И потом ощущение мира,
вот, рецепторы наши там, ухо, глаз, обоняние, все это вместе, твое понимание мира через это, да, вот, оно потом притупляется там, жизнью, там, дурацкой политикой, со всеми этим, все, все это обусловлено. И вот только молодой человек, когда он поступает там, в высшее учебное заведение, да, у него вот есть это ощущение, пока есть, и он должен это пользоваться. Потом он, это все знают, все мы состаримся и уйдем из этого мира. Просто надо ценить это время, и это короткий промежуток надо. А потом в это время есть у всех, абсолютно у всех есть шанс что-то сделать. А если что-то ты делаешь, то твое имя останется. Хоть маленькое, но успеет, а вот этот парень что-то делал. А потом не будет, хоть ты там тыркайся-пыркайся.